Во всероссийских стартах приняли участие 207 яхтсменов из различных регионов страны, от Крыма до Дальнего Востока. Самому младшему участнику регат 13 лет, самому возрастному 67. Спортсмены в течение недели боролись за звание лучших. В итоге победителем первого этапа Кубка России в классе яхт-фин стал Аркадий Кистанов из Москвы. В олимпийском классе яхт первое место занял яхтсмен из Анапы. Среди призеров и сочинцы с питерцами. Сочинские спортсмены отличились и во всероссийских соревнованиях «Зимняя ривьера», а именно Игорь Малявский и Михаил Саховский. В классе «Лазер» девушки-призеры показали результаты выше, чем юноши, и первенствовали в абсолютном зачете. Чемпионкой в парусной доске «Техно» до 15 лет также стала сочинка Элина Эгикян. Следующий этап Кубка России в олимпийских классах яхт и классе «Фин», а также всероссийские соревнования сочинская регата пройдут на курорте в конце марта.